Валентина. Привет всем, да. Это вот Олег. Он хочет. Он хочет заехать вот на эту штуку. Снимай, снимай. Это серьезное событие. Это ни разу такого в жизни не было, ребята, мы просто не представляем. Мы волнуемся, переживаем. Ты не раскаталась? А? Каталась? Ребята, нормально. Нормально? Ты сам боишься? Вот это Олег. Без комментариев. Да. На паром. Барабанная дробь. И? Шина короткая, ну спасибо. Компактная. Значит, компактная. Комплимент моей машине. Ну, что, не так, что ли? Ну, чушь. Все? Это супер, это просто сейчас будем считать машины, загибать пальцы. Давай. Олег, как ваше ощущение? Ребята, это было вообще незабываемо. Я думал, я сейчас в люк провалюсь. Вот в этот люк. Вот в этот люк провалится. Вот это вот машина. Это реально. Здесь все реально. Все реально. Здесь, посмотрите, какой пейзаж. Сейчас мы поедем, сейчас мы стронемся. Кстати, батарейки еще нормально? Хватает. Вот, главное туда не уронить воду. Я постараюсь, если что. Так, ну вот, сейчас будем перебираться на ту сторону, будет очень мило. Посмотрим, чуть позже. Как всегда, мы впереди всех. Команда Avatars. Мы едем подписывать другой берег, нашу компанию World GMN. Вот так вот получилось. У нас есть минут 20, чтобы подписать всех владельцев автомобилей. А вот мы плывем, а вот рядом с нами плывет такая штука суперовская. Мало тебя режет. Режет. Вот. Можно, да? Они бортуются, смотрите-ка. Это. Это захват, это ребята, это пираты. Абордаж. Захват судна. Баржа с углем. Она вот там рядом, на них хотят уголь все забрать себе. Захват баржи с углем — это серьезное дело. И так они все проникли. Остался только водитель лодки. Он сматывается просто, ребята. Да, мы стоим. Да, вот это поплыли. Сейчас начали разворачиваться. Сейчас все поплыли. Итак, счастливая команда. А давайте все вместе сфотаемся. Давай. Ты не боишься, да? Телефон. Да кому он нужен телефон? Не, нормально. Туда еще маленько возьми, левее. Все, прошел. Ну что? Куда поедем? Как ваши дела? Да все нормально, куда поедем дальше? Там есть берег какой-то. Можно туда поедем, а то нельзя. Падайте по коням, поехал. Тихо. 14 июля. Ты снимаешь? Да. Команда вот в городе Лесосибирске. Это единственное место, где можно помыться. Это Енисей. Енисей. Да, это даже Енисейск. То есть тут можно помыть машину, помыться. Отличное место. 14 июля 2013 года. Первый заход в воду, причем даже не в своем регионе, представляете? Так что все. Давай. Пропал. Все, он пропал. Ну, больше нету. Ну, точно, бриллиант. Нет, где он? Лёша! Один ушел под воду, и их осталось трое. Нифига! Он сплыл. Мы напугались, что ты утонул. Все-таки Алексей не тонет. Нормально течение, даже понять не могу. Не, вода хорошая вообще. Возьмем интервью у человека, который недавно искупался. А ваше ощущение? Ребята, тут так тепло, ты здесь вообще супер. Перемерз, что ли? Ой, вообще, такое ощущение, как будто я только что парное молоко, хоп,
Единственное, что снесло чуть-чуть, а так вот так, вообще супер. Не знаю. Едем, не стесняемся. И даже такое у нас есть. Даже такое. Даже вынеси. Найс. Вообще красавело.